Так, повторный видеообзор на шуруповерт Robby. То есть, если вы не знали, есть в YouTube, там можно сделать паузу, чтобы посмотреть дату данного аккумулятора. Вот. И когда видео идет, нажимаете паузу просто в моменте и смотрите дату. Это очень легко сделать, если как бы не знали. Вот у вас новая информация получилась на сегодня. Вот, пожалуйста, его дата, вот его серийный номер, вот его вольтаж. Не знаю, вот еще штрих-код, тоже можно паузу сделать, как бы, да, специально не буду, наверное, двигать камеру, чтобы прям вам все показать. 36 вольт, типа 2 ампера в час. Так, далее, с другой стороны посмотрим. Все классно, все четко. OnePlus какой-то там. Здесь еще телефон OnePlus у нас можно будет приобрести. Так, с другой стороны, пожалуйста, тоже вот Robby. Так, сверху тоже снимаю, пожалуйста. Вот. Я думаю, что вы все рассмотрели. Я не знаю, в принципе, что вам еще показать. Вот год выпуска. Вот оно. О, в принципе, до свидания. КМД приобретение.